Ребята, всем привет! Сегодня 1 февраля. Последний раз был на рыбалке 15 января, уже больше 2 недель прошло. Уже прям соскучился по рыбалке на безмотылочку. Думал сегодня поехать подальше немного, но так получилось, что планы поменялись. И приехал на домашний водоем. Пришел, в общем, на русло. Сейчас попробую забурить кружок из лунок. Закормлю все это дело. И попробуем с вами потрясти подлещика. Посмотрим, что из этого получится. Рыбалка сегодняшняя покажет. Лунки делаю на 150, на всякий случай. Лед с водичкой. Бурится достаточно тяжело, но бур у меня специфический, из титана. Также идет на режущей голове специальные скосы под ножи. Вот, поэтому с полукруглыми ножами бур идет достаточно хорошо, даже вот по мокрому льду, даже несмотря на диаметр 150 миллиметров. Вот, то есть, ну, сами видели. Вот. Меня просто многие спрашивают, что у тебя за бур. Под каждым видео спрашивают. Это бур титановый, Мусеева. Есть на 150 АТС и есть на 110. Короче, лунки забурил, 11 штучек получилось. Вот. Сейчас буду закармливать. Тяги здесь нету, здесь идет чисто стоячая вода. Сейчас замешаю прикорм с мелассой и закормлю прямо сверху. Вкуснотища. Вот и все. Пойдем дальше. Лесочка 2.08. Рыбка нормальная. Ух ты. Чух. Грамм 400, наверное. Тихо. Нет, поменьше. Поменьше, но тоже приятный. Дал, конечно, шороху сейчас. Вот. Я думал, реально грамм 400. Это потому что леска 2.08. Вот клюнул. На нимфошарик. Сопливый друг. Загнул как хорошо. Причем на русле поклевок нет. Все вот на возвышенности. Ну, можно сказать, обновил удочку. Надо ее помазать этими соплями.
огонь. Ящичек тоже помазать надо. Ящик новый у меня, кстати. Взял попробовать ящичек. Небольшой. Потому что я сам как бы небольшого роста. 1.75 м. Вот. Поэтому как бы на высоком ящике я когда сижу, мне приходится наклоняться сильнее. Вот. Когда ящичек небольшой, тогда мне вот прям удобно. У меня и спина прямая. Уже кунёк какой-то, что ли. Тут сорожка попала, нифига, блин. Нормальная такая. Вот, ва. Чётко. Какую лунку уже проверяю, русловую. И на русле почему-то поклевок нет вообще. Даже шевеленок нету. Вот, надо попробовать сейчас камеру опустить в эту лунку, посмотреть, рыба вообще плавает, нет. Просто если на русле сейчас рыбы не будет, тогда есть смысл забурить еще несколько луночек на небольшой возвышенности, где вот поймал я под лещикой плотву. Посмотрел, в общем, на русловых лунках с камерой, а рыбы там нету совсем. Так что, наверное, вот на этой луночке, где под лещикой я поймал сорожку, я тут рядом еще пробурю пару лунок. Тоже здесь где-нибудь. И попробую закормить их и половить, потому что не исключено, что рыбка сегодня просто ушла на мель. Будет на мели. Взял удочку, кстати, с чертом. Чертик 0.45, небольшой, самодельный. Вот будем пробовать трясти на него. Лесочка тут 0.1. Тоже все как бы такое достаточно тоненькое. Надеюсь, что рыбка на эту снасть тоже проклюнется. Так, тюк. Ты. Мелочь какая приклюнулась. Это на самом деле хорошо, когда есть вот такой вот мелкий подлещик. Это говорит о том, что популяция здоровая. То есть есть мелкий, есть крупный. Вот. То есть нету такого, что весь калиброван. Вообще, конечно, я вот заметил то, что, ну, по крайней мере, по моему опыту, что подлещик не крупный, он как-то больше клюет на мормышки с шариком, вот, нежели на черта. То есть рыбки такие где-то до 400 грамм, ну, насколько я могу сделать осторожный вывод, больше любят именно вот всевозможные гвоздики, нимфошарики, вот, и другие мормышки, которые гвоздят
и имеют в своей конструкции шарик ярко выраженный. Вот. Бывают, правда, конечно, дни, когда на гвоздик, на нимфошарик по каким-то непонятным причинам рыба не клюет. Вот. И ставишь черта, причем голову, то есть на котором вообще нету ничего. На него нет-нет, бывает клюет. Вот. Но это как бы, как правило, бывает на водоемах с очень прозрачной водой. Вот. Вот он. Все-таки я его вытряс. Тут что-то покрупнее. Такой прям. Оп-оп-оп-оп-оп. Хорош. Сцепился прям в лунке. Че не убежал, не знаю. Нормальная рыбка. Идет. Ну, короче, пробурил три лунки. Закормил все это дело. Сейчас еще попробую на этой некоторой подлещика поймал. Ой, кто это там такой клюнул? Не пойму. Какая-то рыба. Ух, сорожка какая большая клюнула. Фига себе, блин. Это плотва. Фига. Зачет. Только вот я сказал, что у нас на водохранилище хорошая плотва. Это как бы редкость. Она клюнула. Есть она, но немного ее. Вот клюнула, присосалась. Зачет, это уже грамм 120. Пойдет. Кто-то. Фу. Еще одна сорожечка. Ну это поменьше уже. Вот размер стандарт и XL для нашего водохранилища. Одна плотва грамм 70, другая больше 100. Вот удочка, вот рука. Вот. Такая бы вся клевала, было бы красота. Никуда ездить не надо было бы. Ни
Нифига. Сразу. Сходу. Сходу, блин. Что взял? Не бежал бы. Да, такое мне нравится. Такое я люблю. Прогулялся до соседней луночки, до одной. Вот аккуратненько опустил камеру туда. Увидел, в общем, окуни прямо под льдом, что-то за кем-то там то ли гоняется, то ли что, не знаю. Вот ниже камеру опускаю, там все как бы прозрачная вода. И прям над слоем мути такой подлещик проплыл один. Ниже камеру опускаю, потихонечку покрутил, там, ух, выплыл такой где-то на полкило. Вот, так что и сорожка, кстати, под лунками есть. Поэтому сейчас я, наверное, попробую на шарик. Вот. Правда, лесочка 2.08. Ну ладно, ничего. Если что, немножко покорвалолим. Капец, леска-то 2.08. Тихо. Ой, пошел. Тихо. Идет. Боюсь, если буду. Блин. Да что ты? Куда? Боюсь, если буду сильнеть. Боюсь, если буду сильнее тянуть-то. Леску порву просто. Ну что ты? Нормальная рыба-то. Ого. Это уже 600 грамм. На 0.25 инфошарик. Вот это да. Это кайф. Это, ребят, кайф. Поет. А на 2.08-то, ой-ой-ой, как красиво. Зачет.
Мужик сейчас приходил на лыжах. Они, видимо, ходят сюда в это место. Ну, периодически. Сидят, караулят леща. Пришел, говорит, что ты, говорит, только лунок тут набурил. Я так, в смысле, пришел и набурил. Что, говорю, мне какая разница? Вот, типа все в лунках тут. Странная логика. Спрашиваю я, говорю, что, много ловить это? Ну, говорит, когда, говорит, 2, когда 5. По первому льду, говорит, штук по 15, говорит, попадало. Да как бы это. Если пришел одну лунку вот так вот пробурил, как вот я от сегодня, да, у меня из 8 лунок забуренных работала одна по подлещику. Вот. Соответственно, если бы я забурил одну лунку и сидел бы на ней целый день, где-нибудь там на русле, я бы, естественно, ни хрена бы не поймал. Ну, поймал бы, может, пару окуньков пиписочных, и все. Вот. Соответственно, пришел на точку, да, где лещ может быть, может крутиться. Ну, дай ты там кружок, в зависимости от собственного здоровья там. Ну, 5 лунок ты пробуришь в 20 метрах друг от друга там, да, овал какой-нибудь. 10, да. Вот. В какой-то из них рыба все равно, скорее всего, проклюнется. Вот. А если ты пришел, одну лунку пробурил бездумно, на нее плюхнулся и начал там ловить пытаться, и не клюет. Ну, естественно, уловы будут такие. Вот. А тут я как бы вот луночку нашел, где поклевывать. Забурил рядом еще несколько штук. Все, как бы я знаю, что на этом пятаке под лещиком ее здесь можно попробовать половить. Вот я этим занимаюсь. Добавим сухариков. Пускай ест. Ой, тихо. Наверху. На ядреный глазик. На лесочку 208. Тихо. Тихо. Оп, сорожка, ничего себе. Я думал, подлещик. Сорога попала. Пойдет. Такую я бы половил. О, у дна. Тоже что-то нормальное. Ну, 208-то, знаешь, прям пружинивает. Вот уже, наверное, подлещик. Да. Оп. Красавчик. Сопливенький. На нимфа шарик с ядреным глазом. Четко. Красота. Какой-то окунёк там. Ой, нифига, плотва какая здоровая. Совсем не сопротивлялась. Странно. Вообще не сопротивлялась. Давайте поймаем какого-нибудь килошного зверя.
Вот он. Уя! Такой чуть-чуть, тип-тип. Ух ты! Фига, блин. Тихо-тихо. Оп, оп. Это, конечно, не килограмм, но такой. Давайте его отпустим, маловато. Пришла пора подводить итоги сегодняшней рыбалки. Порыбачил я, в принципе, неплохо для глухозимья. Поклевал сегодня немножко под лещик. Погода сегодня стоит просто шикарная целый день. Практически не видел я ни одного ветерка. Сегодня на улице где-то минус 4, минус 5. Для середины зимы погода просто сказочная. Обычно мы в это время рыбачим минус 15, там минус 20. Даже несмотря на то, что сегодня под лунками было достаточно много рыбы, но клевала она, конечно, ну я бы не сказал, что прям активно. То есть, ну буквально там по одной рыбке с лунки, ну максимум по две. Рыбачил я сегодня исключительно на самодельные мормышки. То есть мормышка моего изготовления нимфошарик. Мой самодельный чертик. И также кивки из нержавейки, также самодельные. Использовал удочки Ковалевка, кузнецовка закрытого типа и балалайка тоже кузнецова. Лесочку я сегодня использовал на двух удочках, это была 0.1, и на второй удочке это была леска 2.0.85. И вот этого вот дяденьку, вот этого вот где-то под лещика грамм на 600 я взял именно на 0.085 лесочку. Вот, очень понравилось мне, как он сопротивлялся. Это было такое валидольное вылаживание. Ну, в общем, мне понравилось. Нимфошарики у меня были в цвете машинное масло. Это цвет оригинальный. Сама по себе мормышка тоже оригинальная. То есть, если вы где-то увидите мормышку под названием нимфошарик, и там не будет фамилии Зуев, можете смело знать о том, что это подделка. То есть оригинальные нимфошарики произвожу только я. Как я и хотел порыбачить, я в принципе порыбачил, утолил свой рыбацкий голод, потому что я больше двух недель не был на рыбалке. Приехал, поймал рыбу, покайфовал, поадреналинил, насладился свежим воздухом, тишиной. Короче говоря, я отлично сегодня провел время, чего и вам желаю. В общем, всем ни хвоста, ни чешуи, крепкого здоровья, берегите себя. Увидимся в следующих видосах. И всем пока!